Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные, связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто. Les papes de Gênes et de Luc qui viennent présenter leurs vœux à Monsieur Bonaparte. Monsieur Bonaparte assis sur un trône et exauçant les vœux des nations. Adorable. Non, mais c'est à en devenir folle. On dirait que le monde entier a perdu la tête.
известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрица Мария Федоровна, давала у себя такие вечера, какие она одна имела дар устраивать. Se mettant honnêtement à la tête d'une alliance qui aurait pour but l'équilibre de l'Europe et le monde. Сегодня Анна Павловна угощала своих гостей французским аристократом виконтом Мортемаром, бежавшим в Россию от ужасов антихриста Наполеона Бонапарта. L'exécution du duc d'Enghien казнь était герцога Ингиенского была государственной необходимостью. Ne voulez-vous pas passer à l'autre table, monsieur Pierre? Oui, Napoléon est grand. Нет, Наполеон велик. Революция была великая. Une grande œuvre. Et... Ma tante désire faire votre connaissance, monsieur Pierre. Вы меня извините, мой милый виконт. Но этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер. В салоне Шерер собирался цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества, как говорила сама Анна Павловна. Нигде, как на этих вечерах, не выказывался так очевидно и твердо градус политического термометра, на котором стояло настроение придворного петербургского общества. Вы знаете, мой муж покидает меня, идет на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война? Вы собираетесь на войну, князь? Генерал Кутузов угодно меня к себе в адъютанты. А Лиза, ваша жена, она поедет в деревню. Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены? Милый Ипполит, я не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Что ты сделал с мадемуазель Шерер? Она теперь совсем заболеет. Нет, этот аббат очень интересен, только не так понимает дело. По-моему, вечный мир возможен. Но я не умею, как это сказать, но только не политическим равновесием. Нельзя, мам Шерер, везде все говорить, что только думаешь. Ну что ж, ты решился наконец на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? Можешь себе представить... Я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится. Но он масон должен быть. Все это бред. Не поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии? Нет, не был. Но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели бы это была война за свободу, я бы понял. Я бы первый поступил в военную службу. Но помогать Англии, Австрии против... величайшего человека в мире? Это нехорошо. Если бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было. Это-то и было бы прекрасно. Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет. Ну, для чего вы идете на войну? Для чего? Так надо. Кроме того, я иду потому что эта жизнь, которую я веду здесь, это жизнь не по мне.
Отчего я часто думаю, отчего она от него вышла замуж? Как и все глупые, все, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер. Я и с мужем вашим все спорю. Не понимаю, зачем он хочет идти на войну. Когда вы едете? Ne me parlez pas de ce départ. Ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler. Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения. И потом, ты знаешь, Андре, j'ai peur. J'ai peur. Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять. Вот как все мужчины эгоисты. Все, все эгоисты. Сам из-за своих прихотей, Бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревне одну. С отцом и сестрой не забудьте. Все равно одна без моих друзей. И хочешь, чтобы я не боялась. Все-таки я не понял, чего ты боишься. Но, Андрей, je veux dire que vous avez tellement, tellement changé. Твой доктор велит тебе раньше ложиться. Ты вышла спать. Что мне за дело, что тут месье Пьер? Я давно хотела сказать тебе, Андрей, за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь, за что? Блин. Ты обращаешься со мной, как с больной или с ребенком, я все вижу. Разве ты такой был полгода назад? Лиза, я прошу вас перестать. Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что, я вас уверяю, я сам испытал отчего, потому что... Нет, извините, чужой тут лишний. Нет, успокойтесь. Прощайте. Нет, постой, Пьер, княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобой вечер. Нет, он только о себе думает. Лиза! Mon Dieu, mon Dieu. Bonsoir, Lise. Никогда, никогда не женись, мой друг. Вот тебе мой совет. Не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог. До тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, которую ты выбрал. Пока ты не увидишь ее ясно. Ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком никуда не годно. А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Ты говоришь Бонапарта и его карьера, ты говоришь Бонапарта. Но Бонапарта, когда он работал, шаг за шагом шел к своей цели. Он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, и он достиг ее. А тут гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество. Вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе. Обо мне что говорить? Что я такое? Незаконный сын. Без имени, без состояния. И что ж, право? Я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами. Ты мне дорог особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Выбери, что хочешь, кавалергард, дипломат. Это все равно, ты везде будешь хорош, но одно. Перестань ты ездить к этим Курагинам, вести эту жизнь. Как это не идет тебе, все эти кутежи, гусарство и все. Знаете что, серьезно, я давно это думал. С этой жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду. Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить. Честное слово. Петруша, милый друг, ну-ка ты! А-а-а.
Здравствуй, силач. Если кто сделает то же, то я плачу 100 империалов, понимаете? Well, drinks a whole bottle of rum sitting behind the window. Это глупости! Он убьется до смерти! Ты его испугаешь! Он убьется. Что тогда, а? Ежели кто ко мне еще будет соваться, я того сейчас спущу вот сюда. Ну! Пусто! Слушай, я держу с тобой пари, но завтра. А теперь мы едем к актрисам. Едем! Едем! С собой берем! Я очень жалею бедного графа Безухова. Здоровье его и так плохо, а теперь это огорчение сына, это его убьет. Да что бишь они сделали? Можете себе представить, они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их вынимать. Они поймали квартального, привязали его спина спиной к медведю и пустили медведя в мойку. Медведь плавает, а квартальный на нем. Хороша машер фигура квартального. Ах, ужас какой, чего тут смеяться, граф? Долохов разжалованы солдаты. Анатолий Курагин этого отец как-то замял, а Пьер Безухов выслан в Москву. Надеюсь, в Москве у нас его никто не примет. Мне хотели его представить, я решительно отказалась. У меня дочерь. Однако машер — это славная штука. Хороша фигура была у квартального, я воображаю. Мсье Пьер.
шер портуля. Ты ее все балуешь. Здравствуйте, моя милая. Поздравляю вас. Какое прелестное дитя. Порох в меня пошла. Да, славные, славные ребята. Ничего. Оставьте меня. Соня, мне весь мир не нужен. Одна для меня все. Я докажу тебе. Я не люблю, когда ты так говоришь. Не буду. Прости, Соня. Как хорошо. Какая же это одна вещь? Хотите поцеловать? Именинница, дорогой, с детками. Ты что, старый греховодник, чей скучаешь в Москве? Собак гонять негде. Да что, батюшка, делать? Вот как эти пташки подрастут, хочешь не хочешь, надо женихов искать. Ну что, казак мой? Знаю, что зелье, девка, а люблю. Ой. Эй, любезный, поди сюда. Поди, любезный. Подойди, подойди, любезный. Я и отцу твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе ты Бог велел. Хорош, нечего сказать, хорош мальчик. Отец на дре лежит, а он забавляется. Квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно. Лучше б на войну шел. Ну что ж, к столу, я чай пора. Манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге. Я сам видел. Он уже доставлен главнокомандующему в Москву. И зачем это нас нелегко несет воевать с Бонапартом? Он уже сбил спесь с Австрией.
Боюсь, не пришел бы теперь наш черед. А затем, милостивый государь, затем, что император это знает. Ремедер, Элей. Ах, Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, тащил бы свои веретена. Это к нам идет удивительно. Мы должны драться до последней капли кров и умереть за своего императора. И тогда все будет хорошо. А рассуждать как можно меньше. Так старый гусар судил, вот и все. А вы как судите, молодой человек и молодой гусар, а? Совершенно с вами согласен. Я убежден, что русские должны умирать или побеждать. Настоящий гусар, молодой человек. А что вы там шумите? Что ты подпустишь? На кого ты горячишься? Верно думаешь, что тут французы перед тобой? Я правду говорю. Все на войне. Ведь у меня сын идет, Петрович. Сын идет. А у меня 4 сына в армии. А я не тужу. На все воле Божьей. И на печи, Лёша, умрешь. И в сражении Бог помилуй. Это так. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером? И что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе? Я в одном не перестаю молить Бога, Мокуза, чтобы он помиловал его и дал его прекрасной душе спокойно покинуть эту землю. Да, это так. Но, наконец, дело в том, ты сама знаешь, что граф написал завещание, по которому все имение, помимо прямых наследников, отдавал Пьеру. Мало ли он писал завещание. Пьер он не мог завещать. Пьер незаконный. Как ты не понимаешь, Катиш? Наконец, ты так умна, как ты не понимаешь, что ежели граф написал письмо государю, в котором просит признать сына законным, стало быть, Пьер уже будет не Пьер, а граф Безухов. И тогда он по завещанию получит все. Мама велела вас просить танцевать. Я боюсь спутать фигуры. Но ежели вы хотите быть моим учителем.
святый, благоутробней и многомилостивый Господи Иисусе Христе, простри руку Твою крепкую и сильную на раба Твоего Кирилла, молимся все и просим, милостивое человеколюбие Твое, сам раба Твоего Кирилла, кающегося о своих согрешениях, прими Твоим человеколюбием. Тебе бы подобает всякая слава во веки веков. Звал меня, я пошел к себе. Ах, мой друг, поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчины. Предел человеческий. Уже не приедешь. Не было случая, чтобы стрелять его за шиф. Какой свежий был мужчина. И кому пойдет это богатство? Охотник найдутся. Я посмотрю канал. Не унывать, мой друг. Он велел вас позвать. Это хорошо. Может быть, князя Василия позвать? В другой бочок перевернуться хотят. Увы мне, блудному, увы мне, окаянному, яко руце простираю к моим другом и слезы оточию проливаю, но никто же, милой мя, о мне плачете, о мне рыдайте, человецы, немилостивно, бо душа моя от тела разлучается. Thank you.
потом, когда ты шайбу приготовишь. Пустите! Пустите, я вам говорю! Милая, добрая, княжна, я вас прошу, я вас молю. Да, пустите, я вам говорю, я беру все на себя, вы не знаете, что вы делаете. Мерзкая женщина! Пустите! Пустите! Что вы делаете? Он умирает, а вы меня оставляете одну! Мы обманываем. И все для чего? У меня шестой десяток, мой друг. Все кончится смертью, все. Смерть ужасна. Нет боли. Пойдемте, я провожу вас. Старайтесь плакать, ничто так не облегчает, как слезы. Бог поддержит вас. Вы молоды, и вот теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Генерал-аншеф, князь Николай Андреевич Болконский, по прозванию в обществе прусский король, с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил без выезда в своих лысых горах с дочерью княжною Марией.
Здорово. Ну, так садись. На завтра. Постой, письмо тебе. От Элоизы? Да, от Жюли. Еще два письма пропущу, а третье прочту. Боюсь, много вздору пишете. Третье прочту. Прочтите хоть это, батюшка. Третье, я сказал. Третье. Ну, сударыня, треугольники эти подобны. Изволишь видеть стороны углов А, Б, С некоторого треугольника? Строгого порядка, по которому шла жизнь в лысых горах, не могло нарушить даже предстоящее сегодня прощание с сыном. Как я узнаю его всего тут? Какой умный человек ваш батюшка. Может быть, от этого-то я и боюсь его. Садитесь, садитесь. Михаил Иванович, садитесь. Ходить надо. Ходить как можно больше. Как можно больше. Против твоей воли он спасет и помилует тебя и обратит тебя к себе, потому что в нем одном и истина, и успокоение. Пожалуйста, Андре. Для меня. Едешь? Пришел проститься. Целуй сюда. Спасибо, спасибо. За что вы меня благодарите? За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо. Ежели нужно сказать, что говори, эти два дела могу делать вместе. А жене мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю. Что врешь? Говори, что нужно. Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтобы он тут был. Я знаю, что никто помочь не может, коль натура не поможет. Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится. Сделаю. Плохо дело, а?
Что плохо, батюшка? Жена. Я не понимаю. Да нечего делать, дружок. Они все такие. Не разженится. Ты не бойся. Никому не скажу. А ты сам знаешь. Что делать? Красиво? Я все сделаю, ты будь покоен. Письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал, скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда. Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки. Их государю передать после моей смерти. Теперь здесь. Вот ломбардный билет и письмо. Это премии тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки. После меня читай для себя. Найдешь позже. Все исполню, батюшка. А теперь прощай. Помни одно, князь Андрей. Коли тебя убьют, мне старику больно будет. А коли узнаешь, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно. Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка. Еще я хотел просить вас. Если меня убьют, если у меня будет сын, не отпускайте его от себя, чтобы он вырос у вас. Пожалуйста. Жене не отдавать. Простились. Ступай. Ступай!
50-тысячная русская армия под командованием Кутузова вступила на территорию Австрии, чтобы соединиться с союзной армией австрийского генерала Макка для совместных действий против Наполеона. Здрасте тебя, сапоги, подвёртки, всё глядел. Как глянет он, братец ты мой, на ноги мне, ну, думаю. Пропал, да? Только привал сделай, а то еще верст пять пропрёл. То-то, Люба, было, как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай, важно. Да все как будто поляк был, все русской короны. А нынче, брат, сплошной немец пошел. Песенники вперед! Ох, вы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, ты новые, ты шорчатые, а уж как мне по этим сенечкам не наживать, мне Миланушка за рученьку не наживать. Да здравствуй, австрийцы! Да здравствуй, русские! Да здравствуй, весь свет! Ну что, князь? Приказано составить записку, почему не идем вперед. А почему? Нет известий от Мака? Ежели бы правда, что Мак разбит и союзная нам армия уничтожена, так пришло бы известие. Вероятно. Генералом шеф Кутузов. Генералом шеф занят. Как прикажете доложить? Генерал аншеф занят. Вы видите несчастного Макка. Ты что так мрачен? Веселиться нечему. Идут! Посторонитесь. Дорогу.
Ich habe die Ehre zu gratulieren, Exzellenz. Ich habe die Ehre zu gratulieren. Имею честь поздравить, генерал Мак приехал. Er hat sich bloß ein wenig. Совсем здоров, только немного тут зашибся. Gott, wie naiv. Ежели вы, милостивый государь, хотите быть шутом, то я вам в этом не могу воспрепятствовать, но объявляю вам, что ежели вы осмелитесь другой раз скоморошничать в моем присутствии, то я вас научу, как вести себя. То, что я поздравил только. Я не шучу с вами, извольте молчать! Ну что ты, братец? Как что? Да ты пойми, что мы или офицеры, которые служим своему царю и отечеству, и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или лакеи, которым дела нет до господского дела. 40 000 человек погибло, и союзная нам армия уничтожена. А вы можете при этом шутить! Мальчишкам только можно так забавляться! Прелестно, как сразу видно гасконцев. И что же? Они отправляются втроем и берут мост. Французы переходят мост и теперь со всею армией по всю сторону Дуная. Ну, ежели Таборский мост перейден французами, значит, армия Кутузова отрезана. Она погибла. В этом-то и штука. Погодите. У меня есть на вас виды на этот вечер. И правда ли она восхитительна? Счастлив будет тот, чьей она будет. С нею самый несветский муж будет невольно занимать самое блестящее место в свете. Не правда ли? Я только хотел знать ваше мнение. Да-да, хороша. Ну, князь, прощай. Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг. Садись со мной. Ваше высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона. Садись. Мне хорошие офицеры самому нужны. Впереди много, много всего будет. Ежели из отряда князя Багратиона завтра придет 1/10, я буду Бога благодарить. От этого я и прошу отправить меня в этот отряд. Голодных, измученных солдат удерживать в продолжении суток всю неприятельскую армию. Это время было необходимо Кутузову для того, чтобы вывести свою обремененную обозами армию из-под удара втрое превосходивших сил французов. Thank you.
Ну что же это, господа? Ведь нельзя же отлучаться так. Ну вот вы, господин штабс-капитан. Ну как вам, капитан Тушин, не стыдно? Вам бы кажется, как артиллеристу надо пример показывать, а вы без сапог. Забьют тревогу, а вы без сапог. Очень хороши будете. Извольте отправляться к своим местам, господа. Все, все. Солдаты говорят, разумши словчее. Извольте отправляться. Все ближе и ближе подходила эта торжественная минута, для которой было перенесено столько трудов, лишений, для которой по 15 лет вымуштровывались солдаты. Оставлена была семья и дом. Из мужика сделан воин, для которой 80 тысяч человек жили в поле без жен, матерей, детей, без участия во всех интересах гражданской жизни, жили и двигались в чужом, неизвестном краю, в поле, на дорогах, в лесах, пренебрегая для себя и для всех всеми условиями привычной человеческой жизни. Для всех этих людей дорога сделалась не путем к семье, к удовольствию и труду, а путем обхода, атаки. Дома не очагами семей, а местом засады. Люди не братьями, а орудиями и необходимыми жертвами смерти. Нет, голубчик, я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик. Да бойся, не бойся, все равно не минуешь. А все боишься. Эх вы, ученые люди, вот и вы, артиллеристы и ученые очень, от того, что все с собой свести можно, и водочки, и закусочки. А все боишься. Боишься неизвестности. Вот чего. Как там ни говоришь, что душа на небо пойдет. Ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна. Угостите же травничком-то вашим, Тушин. Травничку можно. Все-таки будущую жизнь постигнуть. Началось. Вот оно. Началось. Вот оно. Страшно и весело. Вот оно. Yeah.
предательство, ради бога! Вот ты сможете видеть. Французы. Славно идут. Thank you.
Что же это? Я не подвигаюсь. Я упал. Я убит. За люди. Неужели французы? Господи, Боже, тот, кто там на этом небе, спаси, прости и заступи меня. Неужели ко мне? И зачем? Убить меня. А может быть и убить меня, кого так любят все. Что-нибудь не так! Не может быть, что они хотели убить меня! Про батарею Тушина было забыто. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло. Неприятель не мог предположить дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских. Господа, всем отходить. Всем отходить. Задышала. Опять задышала. Капитан Тушин! Капитан! Что вы с ума сошли? Нам два раза приказано отступать, а вы? Я ничего. Я... Вот два трофея! Мною взят в плен офицер! Рота может свидетельствовать! Хорошо, очередь. Хорошо! Запомните, ваш превосходительство, разжалованный Долохов! Рано штыком! Я остался во фронте! Попомните, ваш превосходительство! Тушин.
Вам приказано отступать. До свидания. До свидания, голубчик, милая душа. Прощайте, голубчик. Капитан, ради бога, я контужен в руку, ради бога. Я не могу идти, ради бога. Прикажите посадить, ради бога. Посадите, посадите. Подложи шинель, ты, дядя. Садитесь, милый. Садитесь. 35-тысячная армия Кутузова была спасена. На другой день французы не возобновляли нападение, и остаток Багратионова отряда присоединился к Кутузову. За день народу попортили. Страсть. Ваше благородие, генералу здесь, в избе стоят. Сейчас, голубчик. Я Собинов, причем должен заметить вас здесь. Я видел ваше сердце, атаку Белоградцев. На моих глазах. Два коры, ваше сердце. Благодарю всех, господа. Каким образом орудие оставлено? Не знаю, ваше сиятельство. Людей не было, ваше сиятельство. Да вы могли из прикрытия взять. Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин. Хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника. Ваше сиятельство! Вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел 2/3 людей и лошадей перебитыми, 2 орудия исковерканными, и прикрытия никакого. И ежели ваше сиятельство позволите мне высказать свое мнение, то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой. Капитан Тушин, можете идти. Вот спасибо. Выручил, голубчик. На вчерашнем заседании Государственного совета
наш новый генерал-губернатор Сергей Кузьмич читал раскрипт государя из армии. Раскрипт начинается словами. Сергей Кузьмич, со всех сторон доходит до меня слухи. Бедный граф никак не мог пойти далее. Как-таки не пошло дальше, чем Сергей Кузьмич. Да, не надо. Сергей Кузьмич со всех сторон. Со всех сторон Сергей Кузьмич. Так, так, все хорошо идет. Несколько раз он принимался снова за письмо, но только что скажет Сергей. Всхлипывание, и со всех сторон заглушается рыданиями. И опять Плато, и опять Сергей Кузьмич со всех сторон. Надо же, наконец, понять ее и дать себе отчет, кто она. Ошибался ли я прежде или теперь ошибаюсь? Нет, она не глупа. Нет, она прекрасна. Довольны нынешним вечером? Нынешние именины были для меня одними из самых приятных. Уже поздно, я... Конечно, это очень блестящая партия, но счастье, моя милая... Браки совершаются на небесах. Сергей Кузьмич, а в чем, собственно, состоял этот анекдот? Я его не расслышал. Я тоже не знаю. Алина, посмотри, что они делают. Все тоже. Слава Богу, жена мне все сказала. Друг мой, Лёля, я очень счастлив. Я любил твоего отца, и она будет тебе хорошей женой. Бог да благословит вас. Княгиня, иди же сюда. Ой. Слава Богу. Слава Богу. Дитя мое.
ними дети? Как эти? Теперь уж поздно, все кончено. Да и я люблю ее. Живузе. Аустерлицкое сражение современники назвали битвой трех императоров. Императоры русский и австрийский делали смот союзной армии. Letzteren Flügel des Feindes zu attackieren, besonders wenn wir die Dörfer Sokolnitz und Kobylnitz im Besitze haben, wodurch wir dem Feind zugleich in die Flanke fallen und ihn auf der Fläche zwischen Schlapanitz und dem Thürasserwalde verfolgen können. Die erste Kolonne marschiert mit dem linken... Что делать, если Наполеон перейдет в наступление? Это не предвидится. Господа, диспозиция на завтра, даже на нынче, потому что уже за полночь, не может быть изменена. Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее, как выспаться хорошенько. Завтра я это предчувствую. В первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать. Михаил Ларионович, что вы думаете о завтрашнем сражении? Я думаю, что сражение будет проиграно. И я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими. Ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого. Раны, потери семьи, ничто мне не страшно. Я все отдам за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать. А ежели ничего не остается,
кроме как умереть. Что же, коли нужно, я сделаю это не хуже других. Ваше высокопревосходительство, все исполнено. Что делают? Что делают? Начинайте, Михаил Орёт. Я поджидаю, Ваше Величество. Поджидаю, Ваше Величество. Не все колонны еще собрались, Ваше Величество. Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Орёнович, где не начинают парады, пока не придут все полки. Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете, Ваше Величество. Часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Это неприятель! Нет! Смотрите же! Ребята, вперед!
Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как мы бежали, кричали и дрались. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет. Ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу. Voilà une belle mort. Вот прекрасная смерть. Thank you.
Василий Денисов, друг вашего сына. Милости прошу. Знаю, знаю. Николушка писал. Наташа, Вера, вот он, Денисов. Да, Денисов. Он вам очень-очень хорошо. Хорошо, отлично. Княжна Марья. Батюшка, Андрей. Получилось вести. В числе пленных нет. В числе убитых нет. Русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья, иди и скажи Лизе, я приду. Мари, дай сюда твою руку. Вот, вот. Слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его. Что с тобой, Маша? Ничего. Так мне грустно стало. Грустно об Андрее. Получили от Андрея что-нибудь? Нет. Ты знаешь, что еще не могло прийти известие? Но батюшка беспокоится, и мне страшно. Так ничего. Зелененький, ананас свежий. Ничего, граф Галочек.
подобие Сухов приехал, и теперь мы все достанем из его оружия. А вы Кисухову скажите, чтобы он приезжал. Я его запишу. Что он, щенок? Мой друг, он очень несчастен. Такая высокая небесная душа, этот молодой Безухов. Я постараюсь дать ему утешение. Да что ж такое? Долохов, Марья Ивановна, сын, говорят, совсем компрометировал ее. Пьер его вывел, пригласил к себе в дом в Петербурге. И вот она сюда приехала. И этот сорви голова за ней. Говорят, сам Пьер совсем убит своим горем. Но вы ему все-таки скажите, чтобы он приезжал в клуб. Все рассеется. Пир горой будет. Что ж вы? Разве вы не слышите? Здоровье государя императора! Компании князя Петра Ивановича Багратиона. Ура! Сквозь свои очки. Связь вашей жены с Долоховым есть тайна для одного вас. Вы плохо видите сквозь свои очки. Связь вашей жены с Долоховым есть тайна для одного вас. За красивых женщин, Петруша. И их любовников. Вы плохо видите сквозь свои очки. Связь вашей жены с Долоховым есть тайна для одного вас. Сделал бы на месте Долохова. Даже, наверное, я бы сделал то же самое. К чему же эта дуэль? Это убийство. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда-нибудь. В эту важную, очень важную для вас минуту, граф, я не могу не сказать вам всей правды. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин и не стоит того, чтобы из-за него проливать кровь.
Вы были не совсем правы, граф. Вы погорячились. Да, ужасно глупо. Так позвольте мне передать ваши сожаления, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваши извинения. Позвольте мне переговорить. Ну, зачем же говорить? Все равно. Ну так готово. А может быть... Никаких извинений, ничего решительного. Вы мне скажите только, как куда ходить и стрелять куда. Что? Ах, да, вот так. Я знаю, я забыл только. Начинать? Что ж. Так как противники отказались от привидения, то не угодно ли начать? По слову тги начинать сходиться. Газ. Два. Тги. Нет, не кончено. Пожалуйте к барьеру! Закройтесь! Боком! Закройте с пистолетом! Мимо! Мимо! Смерть.
Ну что, как ты чувствуешь себя? Я ничего. Но я убил ее. Убил. Она не перенесет этого. Она не перенесет. Кто? Мать моя. Моя мать. Мой ангел. Мой обожаемый ангел. Мать. Ростов, к великому удивлению своему, узнал, что Долохов, этот буян, бритер Долохов, жил в Москве старушкой-матерью и горбатой сестрой, и был самый нежный сын и брат. Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю? Я? Что? Я... Вот храбрец отыскался. Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что я вас спрашиваю? Коли вы не отвечаете, то я вам скажу. Вы верите всему, что вам скажут? Вам сказали, что Долохов мой любовник. И поверите. Ну, что вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак, так это все знали. Ну, к чему это поведет? К тому, что я сделала с посмешищем всей Москвы. К тому, что всякий мог сказать, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без оснований ревнуете. И который лучше вас во всех отношениях. И почему вы могли поверить, что он мой любовник? Почему? Потому что я люблю его общество. Да ежели бы вы были умнее и приятнее, я предпочитала бы ваше. Не говорите со мной, умоляю. А чего мне не говорить с вами? Я могу говорить и смело. Скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовника. А я этого не сделала. Нам лучше расстаться. Расстаться? Извольте только, ежели вы дадите мне состояние. Расстаться! Вот чем испугали! Я тебя убью! Поди к Марье Богдановне и скажи только ей. Князь приказал спросить, что. Приди и скажи, что она скажет. Доложи князю, что роды начались. Чем меньше людей знают о страданиях родильницы, тем меньше она страдает. Все старались притвориться незнающими. Никто не говорил об этом. Но во всех людях видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту. Помилует. Никакие доктора не нужны. Пришла матушка. Едут по проспекту кто-то.
с фонарями. Должно, доктор. Ах, боже мой. Слава Богу. Надо пойти встретить его. Он не знает по-русски. Здорова ли, княжна? Здорова. Нет, это не может быть. Почему? Это было бы слишком необыкновенно. Какая судьба, Маша, милая. Она не удивилась, что он приехал. Она не поняла того, что он приехал. Его приезд не имел никакого отношения до ее страданий и облегчения их. Нельзя, нельзя. Зачем принесли туда ребенка? Ребенок? Зачем там ребенок? Или это родился ребенок? Я вас всех любила, никому дурного не делала. И что вы со мной сделали? Ах, что вы со мной сделали? Ах, что и за что вы это со мной сделали?
Могу вам сказать, как много я пережил за это время. Да, много, много мы изменились с тех пор. Ну, а вы, какие ваши планы? Да что про меня говорить. Отчего вы не служите в армии? После Аустерлица. Нет, покорно благодарю. Если бы вы на парте стоял тут, у Смоленска, поражая Лысым Гором, я бы и тогда не стал служить в русской армии. Слышали про дуэль? Одно, за что я благодарю Бога, это за то, что я не убил этого человека. А чего же? Убить злую собаку даже очень хорошо. Убить человека? Нехорошо. Несправедливо? Ну, а чего же несправедливо? То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться. И ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым. Несправедливо то, что есть зло для другого человека. Ну, кто тебе сказал, что такое зло для другого человека? Я знаю в жизни только два действительные несчастья. Угрызение совести и болезни. И счастье есть только отсутствие этих двух зол. Жить для себя, избегая только этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь. Да как же жить для одного себя? Нет, нет и тысячу раз нет. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного гармонического целого? Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Да, это учение Гердера. Но не то душа моя увидит меня. Жизнь и смерть. Вот что убеждает. Убеждает то, что видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться. И вдруг существо это страдает, мучается, перестает быть. Зачем? Не может быть, чтобы не было ответа. Ну да. Нет, я только говорю, что убеждают не доводы. А то, когда идешь в жизнь рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет. Самое и я говорю, надо жить, надо любить, надо верить, что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно во всем. Да, в весне верно. То зелено, все уже, как скоро. И береза, и черемуха, и ольха уж начинает. А дуб и незаметно. Да, вот он, дуб.
и счастье. И как не надоест вам все один и тот же глупый, бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Не верю вашим надеждам и обманам. Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб. Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман. А мы знаем жизнь. Наша жизнь кончена. Надо доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая. По опекунским делам Рязанского имения князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем дворянства графом Ростовым. Еще один раз. Да когда ж ты спать будешь? Я не буду, я не могу спать. Что же мне делать? Ну, последний раз. А какая прелесть. Ну, теперь спать и конец. Ты спи, а я не могу. Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть. Ах, какая прелесть. Да проснись же, Соня, ведь этой прелестной ночи никогда, никогда не бывал. Нет, ты посмотри, что за луна. Ах, какая прелесть. Да поди сюда, душенька, голубушка, поди сюда. Здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны. Да где он? Да это тот самый дуб.
Я всех вас люблю и никому дурного не делаю. И что вы со мной сделали? Надо жить, надо любить, надо верить, что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно во всем. Нет, жизнь не кончена в 31 год. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне. Надо, чтобы и все знали это. И Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо. Надо, чтобы все знали меня. Чтобы не для одного меня шла моя жизнь. Чтобы на всех она отражалась. Чтобы все они жили со мною вместе.